У меня было время, когда я знал, что я не могу больше играть в хоккей. У меня был такой момент, я его как сегодня помню. За Сан-Хосе играл, и у меня, ко мне идет шайба с угла на синюю линию. И я уже не знаю, что я буду делать. И у меня уже какая-то внутренний такой страх или паника. Она идет ко мне, и я уже боюсь ее. И тогда я понял, это плохо. Это уже очень-очень плохо, потому что всегда до того, даже если ошибался, ну и что, в следующий раз у меня получится. А в тот момент у меня уже не было этой уверенности. И я знал, о. И, конечно, я вот эту шайбу, она перевалилась через клюшку у меня. И убежали, и забили гол. Тогда я понял, это очень плохой, плохая примета, плохой знак, и что-то надо делать. И так получилось, так сложилось, что я год пропустил, не играл в хоккей вообще. Даже не знал, где моя форма находится. И тоже мне, можно сказать, повезло, что Норман Сейвис пригласил и дал возможность играть за «Динамо Ригу» и опять получить такое же удовольствие, которое я получал от хоккея свою, большинство своей карьеры. Да? Воу! Да, икен nav piedalījies trenings sapulcē, nezinu, uz kuriem jāskrien. Jā.